В Твери снова открылись ярмарки меда, которые по традиции организуют пчеловоды Тюрины из Тамбова. О том, где можно будет купить качественный мед и по какой цене, выясняла наша съемочная группа. Каждый год осенью пчеловоды Тюрины приезжают в Тверь. Торгуют тамбовские пчеловоды своим продуктом в двух местах. В торговом центре «Олимп» на Тверском проспекте 2 и в бизнес-центре «Тверь» на Смоленском 29. Жители областной столицы знают, что здесь продают всегда качественный вкусный мед, который соответствует ГОСТу. Мед у нас бывает акация, акация аморфа, акация боярышник, липовый, цветочный, кориандр, разнотравие, гречишный, гречка шалфей. Бывает меда у нас уже с курагой, с черносливом, с прополисом, с пыльцой и другие меда. Выбор меда, а также продуктов пчеловодства, таких как забрус, прополис, перга, пыльца, на ярмарках у Тюриных богатый. Более 15 видов меда. Отменного качества. Любой вид меда можно попробовать. Мед я употребляю регулярно. Я думаю, наверное, почти каждый прием чая, если честно. Ну, мне на самом деле жена немножко заставляет. Когда болеешь, мне кажется, с детства все мамы и бабушки давали мед с чаем обязательно, чтобы, как говорится, все гадости вышли из организма и были все здоровы. Для своих любимых покупателей у пчеловодов Тюриных есть уникальные предложения. Так, при покупке 3 литров меда одного вида скидка 17%, а при покупке 5 килограммов меда шестой в подарок. Слышал в рекламе про Тюриных, но никогда не получалось попасть. А тут с женой решили заехать, посмотреть. Выбор, конечно, приличный, но мне кажется, на любой здесь вкус можно найти. Вечером по ложечке на ночь спит, как убитый. Возьмем баночку, нам надолго. Хороший мед. Нравится. Поэтому выхожу, беру. Попробовать и купить сладкий мед у Тюриных можно будет до 21 октября в бизнес-центре «Тверь» на Смоленском 29 и в торговом центре «Олимп» на Тверском проспекте 2. Часы работы ярмарок с 10 до 19 часов. Тамбовские пчеловоды ждут своих постоянных и новых покупателей.